Сегодня мы провели чемпионат Харьковской области по панкратиону. Вчера соревнования среди детских возрастов, сегодня провели кадетов, юниоров и взрослых. Спортсмены показали отличный уровень подготовки. Все готовились, все, видно, делали вес, старались. То есть не просто так приехали, лишь бы там поучаствовать. И видно, что спортсмены уже хорошо относятся к этим соревнованиям, готовятся, хотят отобраться в сборную, хотят двигаться куда-то дальше. Тем более, что у нас на носу финал Кубка Украины в Харькове 23-26 марта. Сейчас из призеров соберем команду. Постараемся выступить максимально большим составом. Очень классно, что во время этой сложной ситуации с пандемией тренера не бросили готовить спортсменов, спортсмены не бросили тренироваться. Это очень приятно. Хочу выразить огромную благодарность компании «Овис», которая начала нас не так давно поддерживать. Мы очень благодарны команде ребят из «Мада Баттл», которые дали шанс харьковским спортсменам расти профессионально. То есть это тоже, я думаю, что дало свои плоды к тому, что на чемпионате области начало участвовать большее количество, лучше готовятся, потому что видят какие-то перспективы, видят рост. То есть это профессиональные турниры «Мада Баттл».